Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик, который посвящен у нас лиге ИСТЛ. Тут собираются у нас самые лучшие игроки, ну, которые, вы уже поняли, да, сразятся в такой лютой битве 5 на 5, постоянно по рандому миксуются команды. Тут и топеры есть, и стримеры, и очень крутые зарубы здесь у нас происходят. Но в целом вы уже видели один из выпусков, это у нас второй выпуск. И, конечно же, ребятки, перед началом этого видоса хочу напомнить, что на моем канале выходят не только какие-то лютые зарубы стримеров, игроков, топеров. У меня есть еще тут очень много различных видосов, рубрик «А что если?», всяких фишек и прочего, всякого нереального контента. Поэтому, ребятки, залетайте, смотрите. Ну и, конечно же, оформляйте подписочку и поставьте лайк за мое старание, ребятки. Ну и что ж, не буду тянуть, поехали. Ладно, есть два вот этих вопроса. Я только на кире играю, я могу на всем играть. И я ебал вас в рот, я лесник. Выбирайте. Я в лес. Блять, хорошо. Это он с меком, с тиками, надо помочь ему. Я даю ТП, вайпер. Всех берем, 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 берем все. Там идеальный монетайз. Я хосту заберу в тот. Лерик тут, бро. Мек удал. Хорош! Кунка лох хп. Феникс, я бегу, Феникс. Химик лопнул. Единица сейчас будет. Пробью. Леорику трек дал. Хорош. Туску не успел дать. И ту дал. Я умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ты делаешь? Ты чё, дядя? Ладно, есть два вот этих вопроса. Я только на кире играю, я могу на всем играть. И я ебал вас в рот, я лесник. Выбирайте. Я в лес. Блять, хорошо. Еще варианты остальные? Мне пофиг. Я бы что-нибудь постоял бы на некре на каком-нибудь бафкашне. Не, ну в целом, все на всем играют. Есть ли игрок на панде блядской земляной? Я могу сыграть больше Алине. Разницы нету. Ну прям за дрот, да? Это вот камень въебало, вытащили, и все противники агрятся, нахуй, что за ебаные. Да, почему? Почему нет? Что, заебись. Кстати, я желательно не выходил. Как бы не было странно, я играю на суппортах уже полжизни, но я на панде вообще, я что-то не чувствую нихуя. Так, ну у них тоже есть панд. А похуй, уже все на всех играют. У них, в принципе, тоже есть на панде герои, потому вот... будем расфпшивать что-то типа Омник, Панда, Питлорд. На химике кто-то себя чувствует хорошо, кстати, еще вопрос. Я могу. Но у меня фризы что-то какие-то, смотрю, по боту. Это EU бот? Да, учите, что это европейский бот, так что, ну... У меня фризы. Тяжелый герб. Не советую вам. У меня-то, в принципе, все хорошо. Так, ладно, тогда... Че, на химика тогда забиваем хуй в сроку. Рандом составить на химика играть фарма. Жесть, у меня жестко лагает. Ну ладно. Так. Какие варианты есть, как баним Хусика, они нам... Что есть? Каолин, Питлорд и Феникс, да? Это я типа делаю вид, что раздумываю шахматный пик. Сейчас. Да, баним Феникса. Ну что, ты Каолина будешь тогда забирать? Да, я хочу. Вот, если вот. Прям хочешь.
Ну, там просто Ибра будет на этом Каулине играть, если не заберут. А, да, тут как бы две палки, я их не хочу и им отдать. Если у нас есть кто-то, я бы просто бы забанил бы заранее, так что я беру, да, сраку их. Ненавижу этого героя, когда против меня. С левой стороны камень, с правой сало по всей карте, потом еще не цепануть, ничего. Ну что, селедка какая-то? Ну, или не очень, этот... да? Ну, против конки как будто добежать тяжеловато, да. Просто, ну, панда лучше, когда она сама четверка. Катилась, да. Дала с лопами, вкатилась и пожила 5 секунд с магнитайсом, это очень дохуя. Я могу прям в туза вот так вот ебануть и все. На хусика еще и под панду еще. С козырей зайду. Че у кого игр меньше всего, они как будут потом доигрывать свои игры? Там у всех, например, по 30, у одного человека там 25. Знаю, пока рано думать, потом ближе к концу лиги мы будем все понял. Просовывать кого нужно, чтобы добивать игры. Это не переживать. Решится, да, по-любому? Главное, не проебывайтесь под 3 дня в неделю. 2 еще ладно, 3 может быть тяжеловато. Плюс, может, на выходных пораньше будем начинать. Ну, то есть, с этим проблем нет. Ахрен тебе, кто следующий? Главное, чтобы разобрались все, как регаться и как заходить. Остальное все будет заебись. Кто там в километре разговаривает? Километры. Блин, у меня вебка прям во рту, не знаю, не я. Там парень. Я? Не я этот километр? Нормально меня слышно? Тебя нормально слышно. Так, ну чё, я тогда чё, с лагами на кау пойду. Если что, камень могу камень не вернуть обратно и накат сделать, потому что могу во фриз поймать. Так да, я это главное, чтобы смог вытащить из-под торрента. А это фигня, сможем. Все, дальше у них уже проблемки начинаются. Сука, да ебаная панда, я так сам тоже кричу. Так, это нахуй. На инвокер мид, да, пойдешь, получается? Да без разницы. Ну не, 50 на 50 еще. Так-то без разницы, в принципе. Абсолютно. В принципе, все сложное. Думаю, следку перебанил, так что нормально. Пусика похуй. Так, Найкс. Блин, я бы прям сейчас бы забрал бы Сларкевича, который закрывает, много чего закрывает. А Урса не нравится какая-то? Диффуз. Да, вот нет. Под кораблем, если Витрейджа не убьешь под кораблем, дальше ты юзлис, и это не особо верочка. Так больше на верочку. Нормально. Учитывая, что инвокером все игры затягиваются, лучше иметь более хардкор. Урса мне нравится в основном на миде, когда такая типа на 7 килли. Или когда еще есть один кор на Урсе выиграть игру прям соленого. Это надо, чтобы батьё было против. Вивера, да, кого-то нам сейчас на четвёртый? Да, Вивер неплохо. Вивер, панда, это здравая комба. Правда, они могут отжать, у них второго суппорта нет. Не уверен, что им Вивер в панду нужен. Тяжеловато играть на Вивере в панду. Но... я думаю, им скорее нужна четверка, могут шейкера сейчас они забрать себе в доп-контроль, чтобы не было один кунка. Вот. Тогда мы можем вивера забрать, и чтобы вивер с пандой и шейкера кунку перетрахали по карте в начале, и даже на хусика будет неплохо. Так что вивера заберу, если нет, бару впадло. Что еще есть? Сало норм, мне кажется. Сайленсер, да, но тогда у нас один ром персонаж, так сказать. Шейкер, ну это читать, ну, короче, ладно, вивера беру. Что, хардлайнер? У них остался. Ну, я думаю, резачка убрать. А мы сами даже можем резачка взять? Мы не успеем. Они уберут. У них думаешь, первый. Возьмут, да? Против Сларка. И у них там кораблик, и в целом будет 3 жирных кора, и мы их просто не перебьем физически, пока вокер не накачается, вам тяжело будет. Ну и плюс там человек играет на резаке, двое точно играют. Исходя уже из этого, думаю, лучше прибанить.
Аппарата не хотим? Аппарат хорошо зайдет. Да, на аппарат. Не знаю, куда аппарат, но он прям очень сильно тут зайдет. Под корабль. Я не знаю, как это впихнуть, но нужно впихнуть. Ну да. Ну блин, я с Хосиком справлюсь сам, то есть... Если Инвокер, центральный коридор, Вивер... Вивер панда на этих, на сапах. Да. Хейли, ну, аппарат. Такое. Кто у нас где играет? Я бы мог предложить Дарксира, но впадло. Мог бы предложить больше Магнуса. Еще Магнуса укрепить. Но жадно, конечно, но у нас лайны такие, типа. Если, ну, могу Магнуса, типа... При учете, что суппорты оттрахают карту, тогда все норм. Если нет, будем немножко терпеть. Я бы сыграл на Магнусе. Что? Сыграл бы или нет? Сыграл бы. Все, слышал. Это хорошо. Ну, типа просто Дарксира брать, ну, смысла не вижу. Щитки дать панде и сларку и все. Ускорение не нужно. У нас и так чуваки бегают 5-2-2, да? И они забанили. А, забанили. Есть еще Баунти Хантер, но это Сларк, Баунти Хантер, Вивер, это вообще пиздец. Третий вариант, это Сларк, Соло, Низ и Трипла в топе. Но это в зависимости, какой у них Харлайнер. Если Харлайнер у них слабенький, чтоб Сларк мог один на один, вариант реализуем. То есть добрать еще одного полу-ёбаря, типа вайпера, и выйдете триплей в харду. И там делаете кипиш, чтобы наши лайны были свободны от гангов. Там я против Хусика нормально с Алакрити, внизу там Сларк тоже справится, так сказать. Или с тем же Урсой, ну блин, Урса в шейкера и кунку, не, ну все же Урса не хочу. Тяжело будет жить ему. Предложение есть? Да, да, сейчас... что они доберут, а ёб твою мать, гирокоптер. Чё, гира медова, да? И скар плюс... Блин, у меня прям идейка, короче... Джаггера в мид против Гирыча ещё поставить. Реплой с Вокером снизу и Сларк топ один на один против Найкса. Но это если мы лайны угадаем. Если нет, то, конечно, дерьмо. Ещё какие варианты у вас есть? Если у кого есть. Не знаю, если нам Хейл нужен, может, свинья зайдет. Найксу, Рейдж, двойка. Нам не то, Хуск что Хейл, тоже. Нам... Они вот попытались, типа, поставить Гирыча в мид в вайпера, Хусика поставят в топе. Давай, наверное, вайпера возьмем просто, нет? Вот я вот и думал, это прям, ну, универсал. Он в миде простоит и против Гирыча, и против Хусика, если они будут как-то выдумывать. Трипла с Вокером, а Сларк там один на один против Найкса где-то должен быть. Ну да, пофиг. И будет кто с мекой, и будет как драться. Вот так вот. Героев там только себе проговорите, чё, на ком кто уверен. На Сларке буду играть. Ну тогда вон мидер на мидере, нормально. Забрались. Что, в идеале, Мирчик, чтобы ты нашел Найкса соло лайн. Я все-таки думаю, что Найкс будет в топе один. Вард не мне, вард вайперу. Дилей, конечно, неприятный такой. Это будет. Европейский дилей называется. Ну, у меня фризы вообще лютые. Так что, если что, не обессудьте, сразу говорю. Идите пока в топ руну со Сларком. Если там все-таки что-то, вы трипл топ. Если вдруг на Найкс топе один, можете оставить один на один, и Мирчик его отъебенит, а вы ко мне, мы Хусика снизу отъебеним. Вот так вот. Если что, там дополнительная информация, как лайн увижу. Ну а вайпер статический мид, там он против всех трех стоит нормально, да и все. Чё там, наверное, все-таки вайпер по меке пройдется. У нас два кора с ДПСом есть и суппорты с ДПСом. Да, 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 без проблем. Тут больше некому, угу. Может там не прям сапог мека, а ПТшку там выйти все-таки там. Так, у них Хусик в топе. Все, стойте в топе. Трахайте Хусик, если он там один. Я внизу покреплюсь. Только ТП-шку держите. Типа разменивать меня снизу, если будут прям за тавер дайвить. Или же
Кто-то один уже вниз ТП-шн здесь. Они уже прямо сейчас, наверное, на тебя будут выходить. Но у меня ТП-шки нет. Ну не, сейчас они еще не будут. Там тоже не прям... А, на вивере опс поставишь. Ну если, если хустика хуярите, то хуярьте его прям по КД. Меня это устроит. То есть я камбэкну на страйках, а он не особо. Саппорт СС, кстати. Да, никого на карте нету. Миде там особенно жди. Они нет. Будут пытаться ирить. Пачка взял, если что. Будут пытаться Герича в миде забустить, потому что вайпер сильнее, так что точно ожидаю миде. Под ракетки там. Нет, кунка снизу. Шейкер тоже снизу. Хорошо. Фэнты замансил, фиссуры замансил. Сейчас типа лайн чуть попустится, если что, вытащим. А, лайны побеждаются, я вообще не похуй. Я по кайфу. Я за это не переживаю. Если сварк подойдет, мы бы могли, наверное, как-то. Но на страйке. Страйк есть, на страйк жуки есть. А, ну все. Ну, смотри, куда есть ты чё. На меня подлагивает. Сори. Да просто. Ну, я иду просто под тараканов. Не знаю, или попал, мне тут просто убивали, но вы убьете. Пойдет, пойдет, хорош. Хорош, хорош. Все, ФБ наша. Блин, руны только не руна через 10. Можете сразу его еще раз топи убивать. Если вард на низ, короче, возьму. Он на стаке пошел на отвод. А там за значит, там, хотя бы за секунду и полторы говорите, чтобы я прицелил. Да, и... Хорошо. Как-то я, в принципе, так смотрю, а пока... Гиро низ, хостой ушел. Угу. Жесть, конечно. Если вы видели мою картинку, это просто ужас какой-то. А я представляю, в принципе. А что-то боты бывает включаются в 5-6 у нас тут. Какая хуйня. Завтра, я думаю, уже будет нормально. Да я сейчас уйду, Коля уже тоже уступил место. Типа, сейчас будете на Ру-5 next игры играть, я думаю. Чтобы вам не мешать. Кунка пропал с вижена, шейкер еще внизу. Кунка может в мид выйти. Там не давайте ему пулить. Я с ТП-шкой. Не, не даем, не даем. Нормально. Один. Чё, можно, в принципе, поп... О, Кунка пришел, Кунка. Если чё. Может. Биверу левел обрудять. Апрайвер крипов. Все, все. Найс, хорошо. Я на руну схожу. Аккуратно, да? Идите вдвоем, просто на суппортах у вас очень сильная связка. Да. Вот, смотри, на Сускаре вышел. Че? А после главное вдвоем ходить, да. Потом страйк там всех убиваете. На панде в топ сразу будешь, да? Вот здесь он что-то. Могу, 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 могу. Трентик там ожидайте, мне кажется, Кунка здесь пинает. Гонаглу! Но... Все, Трент не помогает. Гирокоптер ушел. Хорош, ГГМ. 100%. Пойдет. ТПО можно? КД, КД, КД. Пока нету, дядь. 5 секунд. Да думаю, так умрет, в принципе. Хорош. Так, Тян, ты урну сделаешь, если что? Слушай, давай попробую. Жесть, я сдохну сейчас, да? Боже. Какой бред. А, если б не лагало, это вообще так прекрасно было, даже не представляете. С хороших новостей, у них лагает 5, у нас 4. Да? Ну хорошо, хоть так. Я же европеец. Я тоже так недавно нанес. Попробую. Сонстрайк, по шейкеру дать. Надо добивать.
И на под жуком стакается, на сердук стакается. Хорошо, просто хорошо. Да, рубим, 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 нормально. По идее наш. Тимка на миду. Отхиливается. Конечно. Я тут ничего не сделаю уже. Вот такое, 3 в 2. Но Сларк главное не в говне, это радует. Да, тут для Сларка ничего. Так, я могу аркану сделать, либо урну. Че у нас вивером монопулы? Как по кайфу. Я думаю, вивер захочет урну, чтобы хп было побольше. Давай я аркану сделаю. Я бы хотел, да, ага. Давай, давай. Можешь это арканы глиммер, и ты тут будешь прям неубиваемый. Да-да, сделаем. На топ заход, кунка. На топ выходит, да, ты паркаткнул. Кусика снизу можем суппортами тоже, если потом освободитесь на карте их. Я, наверное, на ЕС сейчас выйду наверх. Давай, я сунгляк приготовил. На топе 2, Найкс подошел. Нормально. Кунка заходит, дядь. Вообще их развернуть можем. Можем вот этого чела, если он отзонится далеко. Давай, давай. Посмотри, вот здесь тут... его не можем? Давай, можем, 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 можем. Если попаду камнем. Попал, попал. Закат делаю. Не попадаю закатом. Ва, мы с тобой два сапога пара, бро. Нормально. Нормально, нормально. Чисто побаловались, да? Сейчас под вивера можем. Закат КД, сейчас. Ну КД есть, вернее вот так вот, дядь. Ча дам. Вивер, да, жуковки, да? Не попадаю. Шейкер ваш. Шейкера, шейкера хотя бы. Хорош. Торрент будет? Блин, походу мы Сларка потеряли. Еще нет. Я отхожу. Живет? Так, жалко. Нет. Чем-то добил. Я тоже умер. 6, 4 на топе. Секрет под тавром. 6 левел. Смотри, вивер. Хорош. Хорош. Вот это мне удалось. А мне бы подошел, я бы тебе этот дал фласку. Может, выжил. Да, я не, вряд ли успел бы. Ну, мне экспо дало. Это просто под настрайк подходил, чтобы он именно под него подлетел там уже. Ну, у меня урна зарядилась из хорошего. Конечно, конечно. И экспу почилю сейчас еще. Там есть, смотри. Аккуратно. Я чисто на экспе постою. Это да, и теперь иди. Можешь мне этот вардик тут, если хочешь дальше ёрнуть. Я пошел сейчас. Домой скоро пропадет, можешь тут где-то поставить. Ну, наверное, я это зря сделал, я понял. Боже. Гера идет назад. Сзади. Ну, я вряд ли вышел. Вайпер тоже там, чтобы с ТП-шкой было, надо помогать, пока ты большой. Он, Герыча, Герыча плывет. Хасте, все, он дал прокас. Кунка один. Там Найкс еще подходит. Радера подстрелил. Сантрай КД у меня, братва. Помогите Вайперу. Бить Хусика первого. Да, очень помочь. КД ТП. Сейчас чуть надо подождать, пацаны. ТП 6. ЕСа можем? Блин, давай, давай. И... Настрайк сейчас будет под камень, да? Настрайк. Блять. Попал. Он ваш. Пойдет. Сорян. Анаф нету, да? А, будет, да, сейчас. Арканы, да, сейчас будут, людям. Медасик скоро будет. Жесть. Где ты вард говорил у него? Вот тут, да, стоит? Вот здесь ткнул прям. Да, я сейчас не могу. К5 апнул, так что. Сейчас скоро ожидайте корабль в замесе. Надо будет вам раскачивать как-то. Все вниз тпшнули с кодлом. 4 человека. У меня КД. Еще. Сносите топ, они все кодлы. Я отведу экспу апну, 6. Да, меня уже сейвить не надо. Играйте там он с вайпером, за ним бегать. Я буду тут кучковаться, где-то бегать. Хоть и кормлять через 500 где-то.
Я вообще не могу ничего делать. Это просто жесть какая-то. Вмещаются. Можешь, вот, наверное. Помоги, если что, пофармить, дядь. Если будет возможность. Да, я не могу это фармить. Че, я могу по инбустер купить и сразу в огонь выходить? Всех устраивает? Или да, что-то там, хотите другое? Там нету глобала, ты ультанешь после корабля торрента легко. Так что у меня более чем. Я через базу, пацаны, просил. От крипов. Напряжно, да? Да, да, он занят еще. Как ты хочешь сесть? Нормально, докачаемся до лейта, я без лагов тут вообще легко. Дожить бы. Да, а вроде сможем, чё. Наверное. Пока... Там, пока Хускар в говне, они давить не будут. Я так пока думаю. Корабля нет, скорее. Вот, когда корабль появится, станет немножко сложнее. Ну, если что, за АФКшем чуть подкидываемся. Подождем. А что нам корабля-то, блядь? У нас панда есть. Если что, вернет. Просто баф надо будет переждать, да. Ну да, без там бафа там. Цепануть-то нечем. С корабля вытащили, они просто бегут, а толку. Оу, все тут? Да, да. Отжал. Дай урну панде, не? Чтобы мы еще подрались. Ща, я этот по индустрию куплю. Да. Мне бы их отпиздошить, пока нету корабля, да? Снизу пустик показывает, что они тут. Мне до шестого чуть-чуть, в принципе. Вы можете мить... Сносите топ и шестой магнитайз, подождите и сдашим. Если корабль к тому времени не появится, я пока медасики попросил. Я куру юзнул, пацаны. Он шейкер, я вижу. Шейкер. Вижу. Я шейкер. Не могу вернуть камень, сорян. Он сейчас ослэмал. Ладно, чуть выйти. Гир ТП нажелайте, выйдем. Все в топе. Риус, а чё, риус, вот ТП не можно назад убить его? Вот ТП инстант назад убить. Можно глиф есть? Нету ТП. Я ТП дам. Ну, я тоже даю, давай. Вот плюс один. Да. Я даю, да. Но у меня же кика, да. У меня со страйка нету тоже. Сможете вообще его? Да, уйди, уйди тогда, уйди. Да, я тоже выйду, чё. Страйка просто пока нет. Но вы, наверное, не успели бы там. А, они топ собрались, походу. Но я экспу тут подчилю.
Из... А, плюнь, плюнь, я сатрак дал. Да его нахуй. Спасти рядового Райана. Все меня, не все меня. Нормально, нормально. Ждем лотарчик, ждем слоты. Откармливаемся, нормально. Вообще не парится. Шейкер там еще без аркан. Шейкер пятерка вообще, по-моему, в десты покупают. Что это вообще кайф? Блин, только донес. Там Кунка все еще пятый. У меня шестой сейчас будет. Почти, я не знаю. Если хороший до, файт будет. До корабля прям вообще замечательно было. Вообще Сларк не сносит, у него лотар после тавара сейчас появится условный. И тогда вообще легко. У него там контроля не будет. Они могут выходить сейчас на Сларка, наверное. Сейчас чуть выйду, кто-то покажется. Не, они в топе вроде. Они на топ пошли. Вроде, да. Если на меня не выйдут, то на топе стоят, скорее всего. Кунка точно пошел съезд. Видно было. Так мы все можем ЖД хоть обнять или что? Пускай Сларк добьет вниз, лотар докачает тогда уже. Топ точно не дефит, это бесполезный товар уже. Скар бать. Если Пускар дальше пойдет, я подойду, мы его отпердуем. Я ТП. А, там Т1 нет. Ладно, Рошин. Законтестить как-то. На мапе никого не видно. Старку 600. Снизу рунку можете зачитировать. На топ руну пошел Герич, вот вар ставит, Кунка, вот тут вар поставил только что. За камнем этим булыжником. Большим. Иллюзия. Ой, реген у него. Все, есть шестой. У Кунки, так что. Осторожнее, дэмэджа не. Кара, можем попробовать? Панда, панда, подойди. Давай. Хотя бы ТП стянем кого-нибудь. Точно успеете, там ТПшка далеко, если вот. Он лежит магазин. Он в магазине, то есть. Ты вот начинаешь? Вот я прыгну, давай. Патрека хватит. Хорош. Хватит. Ай! Блин, я мог ульту положить, в принципе, теоретически. Блин, надо было, бро. Ну, вот, ну, я думаю, что... Я думал, сроки заберем. Что-то купил на... Он что-то на хп еще просто купил, и там прям пелт, наверное. Вот этого можем? Со страйка 5 секунд. Ну, по откату можно? Сейчас я обосрался. Только если на корабль успеет кинуть, то... Не-не-не, все, я обосрался. Обосрался. Делает запар. На меду хуск. Я сечена по цели, давай. И пока покашет, ничего не пушит, трошу не забирает. Есть мека, можем подраться. Катя, курица мне тоже нужна. А, на одного кира в топе вышли. Меня эхо, дагер шейкера, эхо. Надо миди принять, я спасу, но я смещаюсь, мид. Как будто можно, вот да. Их трое, шейкера дагер, но нету эхо стейма. Только Кунку первую, я иду на дагер. Вот тут Кунка позицию потерял, но он на кресте может быть. Нет, все, ваш. До корабля, зайки, давайте. Лишнее сало. Вайпер, дальше, помогите вайперу. С мекой. Ну, я замедли, первого нету. Нормально. Ну, вышку. Бать, курьером Рошу. Хорошо. Он шейкер. Дагер у него. Дагер у него. Нифига, откуда у него дагер? У него после сапога, он купил сапог, да. Вроде он все покупал, у него аркан дагер, чтобы. Смотрите, он может прыгнуть. Арканы, наверное, после меня. Не отхожу, на мне ракета, если что, пацаны. Нет, походу не будет. Выйдем, не будем. Мне 5 здесь. Да, они сейчас кораблем будут вас. Нет, там мы не можем. Надо отойти. Дайте его раз. Вроде бы руну не чекали, вот там руны же происходят, нет? Не еще Рошу пойдет. Он, они Рошу идут, они Рошу. Надо мид тавер разменять хотя бы. Мид и топ тавер разменять. Я топ разменяю, вы мид. А пушка? Попробуй с настрайком Рошу застилить, короче, хотя бы. Или на Икса добить. Пушку. Но это вряд ли получится.
Но у нас панда же украсть может, нет? Где панда вообще? А я в таверне, отдыхаю. Ближе курьера. О, ближе курьера. Не вижу. Ага. Он шейкер вот здесь, Минди. Вот здесь шейкер. В смоках. Вот шейкер. А, они не все там на рашпите, кстати. А, да. Можем? Так, чисто проверить, что происходит. А на иксе? Не знаю, забрал или нет. Не-не-не. Не забрал. Сука, папа. Я вышел. Го, выйдем. Там ракета идет. Все, просто... Отпустите, отдайте. Не сломай пока там мирчик, пур точнее. Я потоп. Они сейчас пойдут по одному лайну. Они, да, идут. Шейкер синтетом будет скоро подлавливать кого-то по сайдах. Скорее всего меня, чем тебя. Могут и тебя подлавливать. Я руну хочу побрать. Иллюзии. Настоящий, интересно. Не знаю, сестра готов. Не-не-не, Юрис. Настоящий, наверное, где-то лазит еще. Топи, гиры, они, если что, уже вчетвером. Хотя они сейчас, да, сейчас по карте. Если там по макро хорошо поискать по одному, потом стратить туда вообще какая будет. У нас просто на карте ни одного опса не стоит, а так. Ну я вот купил, сейчас поставлю. Смотри, вайпер, если шакунка ошибется. Это тоже иллюзия. Они походу под ботом все. Они походу четвером, да, четвером. Ну, пускай еще здесь. Либо ходи. Привет, вайпер. Бангира всадник, там они все здесь, четверо. Нагира, не можете в два сапа выйти там? Это когда они убили? 17:30, наверное, да? 22. Вы же в два сапа можете на любого нот выходить, под санстрайк же убиваете. Любого города. А, скоперируйтесь, я... Меня кольте, я буду. А с герои же мобильные. Лайны пушите вам помогать. Я мид вышел. Даже Гирыча с магнетайзом усилите. Он под Сларка, Гирыч, магнетайз, я Форжей направил мид. Смотри. А если на него нападу, там шейкер. Он боится здесь. А так чисто, например. Под Форжей, ты чё, он... Давай. Сейчас. Застрай. Они здесь все будут. Ну, тычка. Ладно, они там все бежали сразу. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. У меня аганим есть, я тут еще по дефаю. Шейкер настоящий. Вайпер, не умри, главное, вайпер, да, выйдет. А вот его, мне кажется, закрыли. Это он с меком, с тиками, надо помочь ему. Я даю ТП, вайпер. Всех берем все. Там идеальный монетайз от хиназа. Скара, оставьте хотя бы Фускара вот здесь. У меня КДшка все. Кораблем тяжело будет ставить. Охотика, давай. Там кунка в спине. Корабль будет спадать. Ярь Кусика. Хорош. У меня ББ нету, я бы помог, парни. Красава. Мы их трахаем. Давай, на Экс. Да бейте, на Экс, бейте. Ой, хорош! Спасал. Не, ну там магнетайз прям разъебочный был поначалу, конечно. БКБ Гиро. Говорю, панда ебаная. Имба, блять. Надо будет после лиги 1000 пабов сыграть тоже поучиться. Так, 22, 30, 27. А я сейчас курой прочекаю, Роша. Если чё. Плюс мне, чтобы понимать, или мы Next Рошана сможем контестить или отдадим. Но если мы сможем и Next уже драться на Рошане, тогда они уже проебали. Лучше я тут возьму Аеки, то игра закончится. Может, у меня Аганим появится, 1500 до Аганима. И на Рошана было бы хорошо. Я верну, если чё. Да. Mm-hmm. Если я Next Рошу заберу, все, мы выиграли, считай, что. Это прям точно. Гоним он просто скушен. Так, они снова помиду, я сейчас помидорку скину. Съебу, вы боковые сайды пушите. Я чуть побежал. Они маканулись вроде, нет? Вот тут только что. А, да, сейчас будет инфест бомба у них. Так что кто-то сдохнет. Но это не критично. Если одного славит за минуту, там побегает. Не смей, да, смотанулись?
Да, 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 где-то вот тут стали смахнулись и могут так вот. А вот ну, или просто дать, говорю, то есть это не критично. Лайны запушены все. Сейчас побегут, возможно, наверх кто-то один. Мы с тобой мирчик подловим. Вот-вот-вот, мирчик сзади. Да-да-да, эх, выжил. Эх, печалька. Шейкера оставить, да, вот здесь шейкера, по-моему, ставляем. А вы, по-моему, можете подраться там вообще, нет? Я давай, я первый выйду в шейкера. Поможешь с рейнджем. Хорош. Найкс тут еще бродит. Феста нету, кстати. Но мы видим, можем их принять? Свайпер. Можем, но гирыч БКБ там. Там гирыч. Подождем тебя, панда. Настрой, не надо, не надо, не надо, настрой. Не надо, я через 10 секунд дам ТП под жуками как-то. Не, под кораблем не пробьем, блядь. Не, мы здесь с винвокером убьем же 4-5 их, пацаны. Винвокер ТПЦ и под вивером. Да, да, я ТПшу, если все верно. Давай на панде. Я бегу. Я могу прыгнуть. Я с кара ударю. Трайк дал по кустику. Блядь, разделили. Айкс ухуёво. Ну я танканул как мог, вроде. Нет, танканули без. Есть помочь мне? Хорош. Гиры чё ещё, вот бы. Саша, я хили с лотари. Там сейчас пойдут хп от корабля. Ес идёт. Ес. Я аккуратно. За гирой, на гиру. Ёво эхо. Ну вроде все ваши. Ну вроде ваши, да. Я с трибуны попкорн кушаю, можно? Шейкер. Нормально. Конечно. Надо. Я пофоткаю тогда. Никуда, короче. Он не уйдет, по идее. Ну все, там Ибра на дизморале уже. Хорошо. Ну там Эхослен, ты его не видел там. Будто в туалет. Я видел, он же в нас двоих дал. Ну как в двоих? Я был там за километр, ты где-то за полкилометра. Посередине дал. Ко мне только волна такая, короче, получается, мы можем Рошана сейчас, потому что у меня 300 голды до этого. До Ганима. Было да, бы мы будем хорошо. Забирай хосту. Давай. Блин, карту тяжело видеть вообще. Зелёное, у меня все зеленое. Блин, понимаешь, я по цветам вообще никогда не играю. Короче, я Ганим в топе добью, пока они в миду. Мне вот буквально эту пачку, я с вами буду. Мне бы экспу где-то своровать. Подходи на иншай, подходи. Хочешь. Смотри, давай на панде пойдем в эту гира на БКБ разведем. Или подышай, да, мне кажется, я разведусь так, что останусь там. Все. Хотя, смотри, кунка идет с оливарню. Кар идет. Не-не, там все. Не-не, хуск еще идет, все. Мне, блин, чуть левела. На эншентов я не успеваю уже. Они втроем на вот эту пачку выходят. Это ну и слава богу, у меня 17-й был чуть-чуть. Четвером. На X4, они в 4 пошли. У меня Ганим там есть, если что. Как раз под Рошева Ганим. И мы прям можем драться, уверен. Я уйду с Лайса лучше. Там есть у кого-то глимера? Мне надо досты себя с собой носить или нет? Вроде не было. Кунки еще нет ничего, у меня есть. Кунки, Квака, там что-то намеки на глимер. Ну там намеревания были, я что-то видел. Все, они бур по низу, мы мид топ сплит пуси. Давайте. Хорош. О, сплит пуси два тавра на размен, это нам нормально. Они, мне кажется, хг пойдут. Не думаете? Все хп, кроме кунки, да, они возможно на хг, но это не важно. Дефайте, я пойду рампу ломать. Да, они хг идут. Может быть. Или подпиздить. Не, не может быть. Я на базе уже. У меня просто я ТП один. Вайпер еще без телепорта у нас вайпер. Если без ТП вайпер, то пуш топить с них с форжами. Я ТП летит. Ну я раздамажил магнетизмом, там по пол ХП чела, корабля нету. Они отходят. А, да. Центр догоняй. Сломай, пожалуйста, центр сломай. Ес, аккуратно. Они... Так пушим пока. Они ищут. Понимаю, что хотят. Все, они уходят. Вайпер, выйди. Два остались, трое внизу, трое. Кунка лоу хэповы. ЕС половина хп тоже. Вайпер живет нормально.
оставить. Я на шекере. Блин, мне бы пожить побольше. Он вот этого можешь дальше пихать. Иди, тут вроде вордом нет. Хорош, 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 хорош. Не, я из-за курьера не видел точку. Уже снялась, погнали. Чё, я возьму? Да-да. Синтряк. Там шейкер можно прыгать. Вивер, Вивер, а попробуй там урну, дай как шейкер. Я на курьере, если что, вопросы. Ого-го, вон. Да, неплохо, кстати. Давайте хусик от... Ну я далековато. Я прыгну, сейчас достанешь. Я сейчас достанешь. На спине на шейкере. Я на сзади шейкер, найк со мной, пацаны, видишь? Ой, под пайпухой, хорош, уярим его. Ой, он на месте догируется. Оставь, в соло же убивал его. А чё, мы можем по топу, нет? Я уже трогал. Там и мид котсон, и мид и топ. Мы можем в нагу мид зайти. Ну, можешь нагу. А в топе я полтавра уже снес, можете просто подойти. Бай-бай, Гирыч. Я на вытаскивании стоять буду сейчас. Да, да, да. И еще вивер с агонимом, то есть у них нету цели, куда ворваться. Меня... Очень мало маны только у меня. Даже если я хостем двоих, одного вытаскивайте, а одного агонимным. Ой, сало, блядь. Не могу вернуть. Ох, не могу. Глиммер даю. Просто мид сломаем, снайпер. Сейчас к нам выйдет. Если камни ему всадишь, я ему пизда. Если вдруг попадешь. Он шейкер даст. Так, ладно, я тут... Бля, я залагал чуть. Ты всех убиваешь там. Ну я тут скорее всего в размен. Да, но там нормальный размен. Ну я по байчу, ну, и... пусть побегает за мной. Если чё. Пусть побегает. Как живешь, ебать, чё? Чё обманываешь команду? Живешь, говорю. Да. Э, неужели я выйду? Ой, здесь, почти. Я съебался от вас. Немножко. Блин, найс, я золото апнул. 3к. Ой, богатей! Ё-мы. Кайф. Есть таймлэпс? Ой, хорош. Давай жри их уже, что ты с ними балуешься? Убивай. Или умирай. Давай, давай, кунку бей, кунку бей. Она разворачивает. Есть вернуть меня? Хорошо. Снэп дам. Пиджей, пацаны. Сбили Рейзера, стрик получается. Да, мне уже написало 300 киргизов, сбей стрик. Причем все прям киргизы. Как будто он вчера на стриме киргизы материал. Такое чувство. Good game. Так, всё, спасибо за игры, идите ру5, надеюсь, у тебя кому повезет, кто не ягами не будет стримить. Я вас отпускаю, чтобы не мешать вам в лагах играть. Иду. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Спасибо большое за игры. Да, да, будете нам с Колей уступать туда завтра, сучки. Как скажешь. Да, неплохая, ребят, игра получилась, но если бы не лагало, было бы еще красивее, и, в принципе, там офигенные составы ВС были. Но, видимо, мы были немножко посильнее. Нормально у них там состав что-то.
нафиг. Эк. Что ты, Ибра? В тильте? Признавайся. Just creep. Yeah. Нормально все? Но у нас с тобой 100% винрейт. Надо продолжать. Не сбивать стрик наш. Че, ты химика доводишь? Да похер на химика. Че, Каулина беру, отдам Феникса пита. Или Феникса заберу, отдам Каулина. Каулина забанили? Каулина забанили. Полез. Феникса че возьмем? Го Фен это, да. Го Фен. Пит Слардар возьмет. А просто. А чё, чё, сами тогда, может, с Вардара возьмем и все? Бля, у меня 0 ВР против химика, а его вообще никто не убивает, бля. В этой лиге, бля. Все да пофиг. Нормально. Да чё, давай селедку. Помнишь, ты на клаке был, Гриша, на Фениксе, помнишь эту игру? Помню, да. Единственная, которую я выиграл, химика убивали, остальных типа все игнорят его, не знаю почему. Ну там Гришин просто колил, чтобы в миду стояли и все. Так я колю, я никто не слушает. Че, кунку гол заберу сейчас? А че, кунку хочешь? Селедка же есть. Селедка и хорошо в химика, нет? Под да, армором. Да, да, Слардар хорош. По кайфу будет. Слышу, Ибра, по голосу то, что в тильте. Зачился, он заебал. Давай выиграем, я выиграть хочу. Чтобы 6-0 закрыть уже. А чё, Тимбера или говно? Прям сразу, если открыть. Пит, химик, кунка. Говно, думаешь? Тини не говно будет. Тини? Тини под ну, квалификация как... хорошо раздавать будет. Ну как сам считаешь, ты пикер. Просто химик в миду как будто вообще, да, стоять будет хорошо. Короче, желание через БХ играть есть. А это... кто у нас на БХ может? Мне впадло на БХ. Я на Фениксе люблю, хочу. Уважаю. Ну я могу побегать. В принципе. У нас кто через еще? Грифс побегать. Там смотрите сами. А что тебе БХ тут нравится? Почему? Золото химика а полить через трек. Говно, говно бегать, фармить и 4 дауна пытаться что-то на карте сделать. А то время БХ получает 6, и когда они пытаются что-то сделать, они фидят. В итоге 6 лотов химика превращается в 6 лотов у врагов. Ну ты. Ладно, забей. Чё объяснить? На БХ никто не играет у нас, получается.
Я могу сыграть, только скажите через что, если через грифс, то грифс. Да, ну, да, тут смотри. Грифс же играют. Что еще играть? Ну, БХ, не знаю, тяжело будет. Кунка плюс Туск. По КД будет фит. Не знаю, сами решайте, мне пофиг на чем играть. Серьезно. Да, я думаю, пару-трек киллов мы просто по нетворсу их переедем. Давайте просто возьмем Легиона и Инвокера. Не жадно? Один из них будет Банни, по-моему. Вокер пойдет терпеть. И Лего Вокер... будет... О, Лего возьмем сейчас. Так я так и хочу сделать, знаешь почему? А я буду на химике играть ни времени, будет активно Вокера гангать, это во-первых. Во-вторых, Лего 1x1. Пита хорошо смотрится, либо Вокер. Да-да, давай Лего пикай тогда. И Лего не умирает против 3 мили. Там кор тоже миличный будет. Там 5 мили, если что. Ну, инвокера добирать не стоит, если сейчас Лего пикаем, там надо по-любому кого-нибудь. Да я и поэтому через БХ и хотел. Того же БХ тоже, мне БХ нравится. Метки ставишь, что стоишь, все. Либо клока кого-то взять. На БХ побегаю еще. Вакансию даю. Вон, на БХ вроде готов выиграть. Так что, если что, пикайте, сыграем. Сейчас Ларка убрать. Так, Слака, наверное, не ссается. Че, они еще Леорика могут какого-то взять? Кто зашел? Да тот самый Ягами. Че, у нас не стримит, что ли? Че, Некрама, что берем, я не знаю. Или тоже, или инвокера уберем. Да не делать ни тот, ни другой ничего. А кого ты хочешь убрать? 10 секунд. Сларка. Ну, убирай Сларка. А, нет. Значит, этого героя прав. Просто Олега же Сларка играет же. Бит соло пойдет. С некром пойдет трепло. Сапом гангать легче. Когда он их рэшкирует на линии. Кто на ком будет играть? Я на Фениксе могу, ты вон на Тинике. Ебоши же, вроде. Я на Лейке поиграл. У нас кто мид идет вообще? Ибра? Или кто? Ибра может пойти. Ну, как сам хочет Ибра. Ксен пусть на тенике играет. Я на селедке или Фениксе. Я могу на чем угодно дядь. Хоть БХ, хоть Ти, ничего куда. Иди, Мирчик, на Леге. Соло топ постой. Я колю. Лина, на БХ играешь? Да, в принципе, могу сыграть. Или клака хочешь? Знаешь, ну, БХ получше, хочешь? Мне кажется. Ну, клок... А клок чем хорош, знаешь? Чем? Ты что, левел лапаешь? Под 900, в любого, типа? На карте, нет, в любого на карте нажимаешь уль, ставишь клоки. И туда нажимается луч. И ему лучше спить нечем. Понимаешь? Леорик. А Рэд не сбивается. Пока он шарик доедет, ты нормально прожигешь. Или все-таки БХ? Че ты хочешь? Давай БХ. Так, паузу поставьте. Сейчас я стрим перезапущу. Ягами, ты тут? Видно, он же вроде не стримит. Не? Он, да. Ягами, говорит, что демонстрация. Смотри, видно, нет. Че, ты точно на БХ пойдешь? На Тини не пойдешь? Но не без разницы, как я тебе. Могу и на БХ, и могу и на Тинике. Ну, на чем увереннее чувствуешься? Просто я боюсь, меня, как обычно, в мину загангают. Потом не знаю, как я буду камбэкать. Ну, у меня на Тинике больше игр, чем на Гондоре, но и на Гондоре могу сыграть. Сейчас. Чуть все куб.
Я тебя понял. На ком более уверен сейчас? Просто того пикаете себе и все. Именно сейчас на ком более уверен. Ну я бы на БХ побегал. Хочешь... давай свапнемся. Давай. Я просто... Нет, подожди, Phoenix. Какой слот у тебя? Игровой. Сейчас через союзники гляну. А что ты на ибре? 8. Оставь мне, может, Феникс, и сам на селедке сыграю. Подожди, минус счет. Свап 3. О, все, попал. Свапнешь? Хорош. Что, все готовы? Вы тут все? Да, я на месте. Да-да-да, go. Че, я куру возьму? Да, я куплю. Хорошо, я вард тогда возьму. БХ у нас хардовый. БХ тройка, да. БХ тройка? Все, понял. Да-да-да-да. Так. По лайнам. Там соло пить, да, в топе будет, или че? Вы че, триплея сюда это хотите, соло... в топ пойти, что ли? Соло мы на мите играем. Прохмели. Greetings, my lord. My strength is yours. How can this old one help? I will try. I give you my wisdom. We will share our ways. My strength is yours. I give you my wisdom. How may I aid you? We will share our ways. Стойте, не спускайте. Куры чекают. Да тоже куры летают. Поверху. Я чекаю. Они в топе будут. Будем драться? В топе за руну, конечно. Ну им, в принципе, лучше нечем добивать. Можем подрать. А, закроют, закроют, закроют. Может закроют, закроют. По теру. Химика, химика, давайте подсобьте химика. Я забрал руну, я забрал руну. Химик, хорош. Давай, давай. Тут застанет кого-нибудь, пускай раз. Здесь убьем, убьем. Че, за него тоже можно чейзить, нет? Давай, будет, да, надо. Да, да. Я его буду стопить. Я не надо. Не-не-не, все-все-все. Да, не-не-не, все-все, пацаны. У меня нету маны, забей. Иди на лайну. Нормально это, он сейчас сюда идет на лайн. По кунке неправильно сделал, мы на бокру сторону. Мигу забрал. А кто руну-то забрал? Не химик, разве? Я забрал. Селедка забрал. Чё ты, Ибра, на мид сразу? Движ Париж? Будем или не будем? Не-не-не. Какого ты бота уже понес? Ну ладно. Я в топ, мне не надо. Да. Нормально. Понятен. Так, ну я с лучом, если что, могу. Прожарку. Давай, давай. Вишки. Так, я у меня тузк тут, если что. Кунка здесь. ТП дает тузк. Забей, забей. Я просто бежать плюсик первого левого. Я ушел. Я крипаю вообще, да? Нормально. Если кура нужна, пацаны? Или не нужна? Могу взять? Да, да, можешь взять. Нет. Хорошо. Кагами, а тебя что, Гришин отправился? Руна будет сейчас через 4. Он выходит. Я снизу баланс. Че, еще раз? Пика. Давай, как выйдет. О, потратил, беги на легион. Да-да-да-да. Тусик меня. Угу. Он соу. Давай, давай, давай. Давай этого тоже. Не-не-не, я туда не пойду, не-не-не. Иди на Фениксе умер, да? Угу. Ну он там второй на тусике, я первый не смог улететь.
Аман нету, если чё. Это что, за фармик репарится, я уйду, будешь соло стоять дальше. Аза на пенсии, иди вот на эту руну. Ты на тинике, постарайся онлайн запущить, пока не будем забирать. А мне бы второй как-то получить. Было бы хорошо. Я вот этих отведу, ладно, сейчас. Маги лучше легиона, я посылаю. Да у меня все идеально, подснял. Че ему помогать? У меня кунка на лайне сейчас. Го убьем, слышишь, лупим. Пачка крипов. Две пачки на меня. На меня Феникс. Идем убьем кто-то. Ставят, пожалуйста. Я тебе говорю, мне нужен второй уровень, понимаешь? Вторая КД была, понимаешь? Да, у него и так все. Два сапа у меня на низу, если что. Я рус не руну не пройду контр тоже. Иди вниз, проверяешь. Вот стак минка, кто покушает. Феникс, иди и топ лучше покушаешь. Рэнд будет. Хорошо, лучше. Я бегу, я в мид выхожу. В мид выбегай, потом накину. Давай, давай, он далеко не ушел. Ну, давай это. Мика убьешь. Хорош. Я без мана, я без мана. Давай, тихо. Кстати, да, там автоатак. Не, пойдет, пойдет. Отлично. Не, ему такер нужен, и метки похаются, и разбудится. Но я же не специально забрал его. У меня почти шестой. Сейчас с макет ТП дам, ты меня тоснишь. Это не все, что я в химика, а подвижу кречку спать. Да у меня мана только на тос. Я дам манго дам. Не хочу. Я не смог, я смог его купить. Попробуешь просто тос? Мя-мя-мя, го-го-го. Тос, тос. Погнали лучше. Бля, можешь сесть на нас. Ну ладно. Я его не убил, господи. Я не могу пройти в эту хрень. Меня босс убил. Блядь, ты не можешь тут орехать. Сейчас на тени и на руку. Я монетку забрал. Попробуй на развороте. Манго есть у тебя? Я даю только. На, по-моему, на фена. На месте просто. Хорош. Арканы есть, ребята, если надо, нанизу дам. Ты на леге умер от кита. Я его убил, они разменялись. Я первый его убил. Кидай пока, стрей его. Я не знаю, ты мог сразу пойти пока. Вот этого можно. Хорошо, ты уходишь. Ну и дальше, в принципе. Давай, давай. А без ничего. Ладно, уходи тогда, уходи, если нет маны. Тебе Коля, ладно, не нужно идти, ты уходишь. Идешь, ну, я умер. Папи, Лорд умирает, пацаны, если есть, плюс один. Я могу ТП дать, если надо. Пыль зарабатывает, шал. Я тоже смещаюсь, но пешком. И луч первый. ТП даю. Ой. У тебя что-то ХП маловато. Не-не, убьем его все равно, давай. Сейчас.
сейчас. Го-го-го. Смело, по-моему. Хорош. Хорош. Он, кстати, без формы. А дай мне у кнопки. Я смещаюсь в мид. Хорошо. Тут тусик-пусик. Рега, Рега на топе. Давай, давай этого. Ай, блин, ты еще. Добей, добей. На БХ петлор пройдет, убьем, да его? Да, я думаю, да. Но на миду, на миду. Я просто ТП-шку не стал миджать, но у меня типа КД. Пешком не стал идти. Кидай, кидай, кидай меня. Ну ты че? Раньше бы то... Не, не достал, не доставал. На миду сентри есть? Нету, сентри нет, но я без маны. Маны дам. Держи. Кура никому не нужна, пацаны. Я куру дропнул, парни. Юзайте, я куру дропнул, сорян. Переюзайте. Есть лицо, ой, это очень хороший. В топе два героя. Хочу, нет, пусть ты лучше, чем ты всех потратишь. Не дамажишь. Нужно, нужно. Просто фармить. Орда в топе можешь. Баха как не серый. У меня четвертый, это плёха. У меня почти мека есть. 200 золота. Не 200, 400. А, армлет куплю, его здесь тянет. Маны на очень отвесточку. Давай я до фармы дагер оставишь на пачку просто. Давай, 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 давай. Мне маны нет, можешь манго дать 10? Манго нет ни у кого. Лёрик в спине стоит, видишь? Пора отсюда. Руну иди внизу забери, руну, руну. А мы в топ, в топе. Я на руну тоже стянусь, если что, помогу. Учти то, что маны на уч нету. 10 тем. Тогда давай на базу. Что делать? Да, БХ подходит с арканами. У меня КД, КД. КДшка. Ну ладно. Иду на базу тогда. Нельзя же, да, птичка будет до базы добежать? Не, нельзя. В правилах прописывали. Да я читал. Хорош. У меня мека есть, ребята, если чё. Ча МПшки залью, если надо. Лёрик бегает бесполезно, а ты сейчас на легион? Рекуру, рекуру. Да, бро, у меня арм плови. Да, я тут есть. Аркану даю, я на базу на ТП. Сейчас ошибется, я выйду. Вот так могу выйти. Метку просто дашь? Бэй. А, ничего страшного, нормально. Норм, чё, карать? Я с базы приду. Подставь вакуум, у меня дагер будет. Допей вышку. Ну, тебя натикало. Эй, вышку просто. Бью, брат, бью. Есть смоки у тебя какие-то? Покупай смоки сейчас. На Фениксе. Ну, там купили, нет, да? Дагер, мы будем смокаться, уплатить. Если что, мека есть. Блин. Можем сейчас его убить, у меня дагер. Можем, можем. Вот он близко. Подходит. Он слишком глубоко. Вард, ткну здесь. Давай пройдем сюда. Иду, иду, иду. Нам надо сейчас просто мид идти в пятером. Трек даю. Единицу. Эх, заберем. Тычка, брат. Хорош. Туск под тэшки. Тусик, тусик в миде, да. Не успел. Анимация проиграла. Ну он вот сюда, да, ушел. Я хасту заберу в топ. Лёрик тут и бру. Меку дал. Рош! Кунка лоу хп. Феникс, я бегу, Феникс. Химик лопнул. Гоу, гоу, гоу. Единица сейчас будет. Пробью. Сзади треком он кинул. Пацаны, свечу туска. Можем, можем, можем. Замедляем. Дуэль, на фена, наверное. Нету, ребят, маны ничего нету. На меня бежит. Хорош. Дуэль, дуэль, дуэль. Хорош.
Грифса есть почти. 50 золота. Вышку бейте. Вышку бейте. Один откройте, потом на леге смещайте, нарушите. Аркану могу дать. Надо кому? Тиник, подойдешь? Дам аркан. Да, иду. Давай. Мека, КД. Грифсы есть. Я ушел. Я хочу блинк добить сейчас, пацаны, в лесу, и потом с блинком подойти на рож. Давайте, я 11 апну внизу. Я на базу прыгаю, все ТП нажму. Куда-нибудь. Еще ты на леге не бежишь на рож. Я же тебе искал только что блинк добью в лесу и прыгаю. Вот здесь блинк. Убил Рошана, вот здесь другой. Его пробил. Ты лагаешь, бро. Лагаешь. Подлагиваешь, дядь. Я на базу МПшки нет. Даггер, ре. Ре, даггер, дядь. Ре. Так, они видят же меня, нет? Надо было смог нажать. Я-то без даггера зашел сюда. Я далеко, на ТП не будет. ТП 15 сек. Да они не дефают, они не дефают. Он смог инса нажмем. Я на мид могу ТП дать, если надо будет. Маны дам. Ребят, можно, кто в курсе, можно разобрать грифс, юзнуть аркану, нет, собрать? Нет. Абуз, да? Нельзя, окей. Нельзя. Хорошо, буду в курсе держать. Го, пацан, вон. Идем в топе. Слышал. Там Лёрика два раза можем убить, вообще по дороге они. А вот ли один раз, пожалуйста? Вот мне. А вот ли легионом? Но он не фармит, он не фармит кем. Но он, по-моему, сейчас на ТП просто. Вон, вон, вон. Я далеко, но Тини цепляет. Я достану. Может быть, успею на трек, но не успеваю вообще далеко. Не успеваю, сорян. Вообще далеко шел. Че, в Т2 идем? Гоу. Гоу. Я за Т-шку зайду сюда, отсюда треки покидаю. Вышел. У меня глиммер есть, если что. На базе только. КДшка. Че, думаешь? Ну я иду. Может просто попушили бы? У нас лего один остается. Ладно, гоу. Гоу. Я то. Так сделаю на будущее. В спине лево. Я в инвизе. У нас яйцо есть. Лох, по ребят. Один раз убейте. Хорош, хорош. У меня дуэль скоро будет. Я кунку тут, за дуэль. Тут в спине. И трек не успеваю дать, да. Леорику трек дал. Хорош. Туску не успел дать. И ту дал. Я умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Ты чё, дядя? Вот это ты меня сейчас засейвил, бро. Я знаю. Го-го-го-го-го. Можем. Хорош. Жесть. Красава. Пока я на Фениксе, вы не умрете. Красавчик, дядь. Как же это было имбово сейчас. Я слышно? Да. Слышно, слышно. Да молодец, да, молодец. Да, скажите, я не прав, когда я болю. Я не слушаю, Сейчас грифса будет. Можем, пацаны, топ вышку сломать там? У нас опс. Подойдите потом... к селедке, подойдите, смог нажать хочется. Я с базы, я без мана. У меня мана грифс есть, если что. Подойдешь на леги? Я под смоках же. Блин, тиник. Подожди. А мне. И... Давай, можешь прыгать. Давай, прыгай. Дагер в КД. Дал трек. Лёрик, убейте, пожалуйста. Ай, сейвит. Торрент пошел, корабль. Хорош. Трек накину. На кунке. Подвоите можно? Чуть-чуть. Ибра далеко, по-моему, очень. Далеко. Кура нужна кому?
Я юзану. Что было? Отойдем оттуда, отсюда резко. Го по низу, Б. Да-да-да. Грифс, дам, подойдите. Лего, подойдешь? Давай. Давай-давай. Т1 вместе. Они там в стопе сока крипов, пацаны. Дайте ТП мне, пожалуйста. Дайте. Держи. Пару, да, все ТПшки дропнули. Я потом там ТП, на... там, ТП, там ТПшка осталась, я возьму. ДД надо? А, не, чей сик это? Чейнику, чейнику пусть возьму. Ай, жесть, по голове бьет этот звук. Так, Коша же у нас... Так, Коша, у меня же Аегис. Вы стики забрали мои, да, там? Не, не знаю. Минута, я Рошан. Забрал, я забрал, у меня... 19-16, Роша заканчивается Аега. Я там 10 пачек зафармил, да, бегу к вам все. Возьму, возьму БКБ. А чё стики мои сломали, да, вы походу? У меня в Корее твои стики. Чё, задонаешь? Не задонает. Нормально. Легион на тебя могут пойти, осторожно. А не, я вижу, вижу. Они на топе, походу, разменить будут. А чё, мы дальше просто идем, нет? Пойдем Т2. Бать, у нас куры забиты. Могу дать твою куру, кому-то надо, чё? Да нет. У меня соло кура. Эйс дропнулся. Ну, с Аегис кончился. Аега кончилась, да. Да не, нафиг, давай БКБ добью. Потом, нет? Есть фарт, не... ребят. Есть этот у кого топор? Или фен? Я его бью. Задефьюсь. Бомбу. Погнали. Я бы БКБ добил. Тини недалеко там. БКБ добивай, как раз появится этот. Ой, Рошан, бро, далеко, очень быть. Далеко. Тут вард сняли. Ну, я бегу. А у меня кури БКБ летит сейчас, можно идти. Го, топ 2. Го-го-го. Бегу через мид. КБ придет? Да, у меня 2000, я могу алебарду какую-то сэнджу купить. Могу в сакрет выйти там, если что скажете. Что хотите. Сейчас сюда прилетит, вард поставлю. Давай тогда алебарду тупую сделаем. Если что, там химиком кидать алебариком. Опс, есть сюда поставить? Есть, есть, летит уже. Вот он. Сейчас ткнул. А, у нас две курицы, нифига. У меня соло, я на вардинг взял. Го, 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 Т2, мы же рядом все. Сентрик стоит, ребят, снимет кто? Фен? Давай. Че, вард не будут, наверное, тыкать. Открытая зона у нас здесь. Нам бы под Рошану сейчас, наверное. Лайны подфиксят, пацаны, и под Рошу. Ну давай пробуем, пробуем, ты тригу. Попробуем. Я, конечно, хз, тучка, пит, Сашка будет. А, Тускара как-то, потом это, досейвит. Химик снизу, да. Ну пробуйте как-то. Питу трек накинул. Под лучом, под лучом. Попроса пушит, там байбек, если что. Да, корабля скаром... дали. Корабля дали, все нормально. Корабля нету, да. Я тут скара убиваю, да? Хорош, хорош, хорош. Я далеко. Под яйцом стоим, под яйцом. О, вышку просто ломаем. Я сгорел на работе. Хорош под треком хоть одного. Еще один байбек дали. Байбек. Скелет. Скелет. Аккуратно. Вышку добить.
Лучше. Че, может отойдете? Химик, лучше КД, лучше КД. Дал, беги на следки, да. Уходите, нафиг. Хорошо, пацаны. Так. Все, КД, бро. Хорошо. Да ну там хп хорошо, нету, рисковать. Лишний раз, мне кажется. А, Ибра. Мы подрались в ноль, там три байбека нажали, тебе еще что-то не нравится. Вот да, ну, Кана, нормально, грифс нормально. Есть, ман? Есть, грифс, подойду сюда. Иду. На легионе дайте. Роша еще нету, да? Роша нету, да. Нету. Стойте, ну, я вот да, пачку запарлю, да и Далус куплю Бризу. Дейдаус. Вардов нет, ребят, если что. Стаки химику. Что там с курьером, пацаны, кури? Давай, го. Давай, дайте давай. Мне курицу уже. Так, мне бы, блин, какой-нибудь форс даггер, что-то такое. У меня второе яйцо есть, они его не разобьют вообще никак. Иллюзии. Иллюзии надо кому-то. Кинику хорошо зайдет. Тут, возможно, вард стоит, нету сентрей. Может быть, да. Я могу принести, в принципе. Первым Роша чекаем, да? Чекаем. Ничего, го похрен без Роши. Нету Роши, вот тут. Также. Может, сентрей подождем? Да. Вдруг кто-то выйдет, а распушивает, про инста можно прыгнуть и бить. Мне кажется, они все знают здесь. Рошан есть, ребят, Рошан, давайте развернемся. Да. Гоу, нафиг. Можно потом по топу пойти, нет, там вышки нету. Как будто спокойненько. Так химик зайдем. Фармит леса здесь. ХП есть? Блин, ладно. Я думал его убить просто. Че, я заберу Аегис? Держи. Пен, возьми ТП. Давай. Хорош. А он ушел уже, все. Вон лесу бегает. Вон. Лес. У него даггер есть, аккуратно. А ведь вон даггер ушел. Уходит. Чей. АБХ попробуй этот. Во. Здесь поищи кого-нибудь. Давай пройдусь. Блин, мне чуть до даггера было бы вообще кошерно. Серьезно, на тенике тычку боишься дать? Что? Бля, ты видел, как он в тень пропал? Брат, дай тычку, он один. Ты видишь, как он в тень пропал? Ты чё въёбываешься тут сидеть? Не, хорош, пацаны, нормально всё. Бля, слишком много чатишься. Всё нормально, пацаны. Да реально, зачилились, чё вы это? Зачилился, Ибра, ну не дал тычку, не успел, ну чё ты сразу? Хорош, я далеко трек не даю. И вы тут, я тоже. Леги, да. Еще раз убьем его, два раза. Еще раз убить. Меня. Далековато, не? А Егис, если есть, я дам. Егис же есть, пацаны, я их убью. Же есть. В меня шутик. Поднял его. Дал пару кнопок. И че, не заберем туска? Туск, тусик умрет. Мне помочь надо. Глиммер дал тебе. Ну не зайдем уже. Трек дал. Минус спид. Лоу хп осталось. Ты не умер, да, у нас? Да. Есть маны как-то. Нету, дядь. А у нас феникс без яйца, точнее без маны на яйцо. Уходим. Просели все. МП чуть-чуть, дядь. 4 секунды, я ульну его. Дам МПшку, если что. Mm-hmm. Хорош. Идем. Тут рега еще. Стики надо какие-то на Фениксе купить, чтобы манна или манго, две штуки. Да было у меня манго. Пойду убью. С яйцом мы бы их убили, я бы не умер там, наверное. А же яйца не было в файте? Не было в файте яйца.
Да там жесть, вроде убивали, они либо байбекаются, либо чё хрен его знает. Не, Саегис, когда резался, яйцо, если стояло бы, было бы... Там химик байнулся, во-первых, во-вторых, я вот тут был один, когда вы сюда заходили. Поэтому такая. Не, нормально, нормально. Бо, смотрите, на топе вышки нету, мы же можем просто зайти бараки сломать. Давай, давай, буду бить бараки. Никого на карте. Что-то... Видите, вряд ли кто-то покажется. Вот химик иллюзия. Манту купил. Манта химик. Вот так. А вон, вон настоящий. Даст? Нет, даст. Вы опять без меня далеко. Я тоже далеко. Я его убью, пацаны, помогите. По-моему, это проё. Вот он катится. Тини, сзади помоги мне, Тини, пожалуйста. Ты под лучом. Охренеть, эй. Ой, бля. Ну, у нас рассинхрон, пацаны. Был жесткий рассинхрон. Просто... Так, селёдка, уходи, колет. Уходи, уходи. Хорош. Он в инвиз ушел. Ты что, шутишь, что ли? Он в инвиз ушел, у тебя детекша нету. Как я ему дуэль нашел? Он не в инвиз ушел, у него нету инвиза, он просто отпрыгнул. Лимер нашел. Как нету инвиза? А с яйцо есть, пацаны. Да, у нас маны нету на яйцо. 5, да? Хорош, хорош, хорош. Найс. Леорика, еще раз можем. Есть грифс. Юзану, дядь. Грифс, давай. Живешь. Юла нету пока. Глиммер, глиммер. Хорош, хорош, раскайтели. Мужики. Ну, под треками растем, в принципе, хотя бы чуть. А не, вот здесь химик умирал, на самом деле, с детекшн был. Я могу гем взять, если надо. Шарики, это когда я дуэль дал, я первый раз, шару когда ты прыгнул, там. Первый раз, когда ты прыгнул, мы вместе прыгнули. Я на базу схожу. Пацаны, что взять? 2400. А что тут хорошо забьет? Ну, Лотус против Тусика может зайти. Лотус, Хекс сделай. Не, Хекс сделай, я Лотус сделаю. Я Лотус сделаю. Хекс давай попробую, окей. Давай. Я дасты возьму. Надо дасты. Там вроде есть чуть-чуть, да. Дасты. Ну, у меня 2 центрика есть. Я дасты возьму и мистик. На всякий случай. Да, химика через амплификацию сольем. Тускар грязь много делает. Раз не собираешь же, да? Там варды есть, я бы мог купить. Пен, как у тебя там? Гемо, химик. Тут в лесу, в лесу. Все... Туск. Вон, вон, герой. Хорош, тускар минусом. Дам грифс. Грифсы дам. Кунку подсветил. Флорда дуэли пацаны, будет что-то? Не могу трак кинуть. Химик убегает. Химик, химик. Хорош. Байбек, там еще питлорд. Гем заберу. Там гем. Там два героя. Вот здесь оп стоит, на БХ подойди. Сейчас, 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 секунду. Не сдохнуть бы тут. Есть. Снимай. Могу, я СНГ просто бью там. Тускар. У меня хп но немного, если что. Если, если что, да, яйца нету. А, да, желательно Тускара прыгнуть, он будет сейвить. У меня дуэль КД еще. Слышь, меня дуэль КД. Я топ пушу бараки. Давай. На подсейве. Сентрик снимите? А, глиф нажали, надо если. Хорош. Вот, вот, тускар, тускар, тускар. Кунку прокат пункт. Дам. Пайп дали. Корабль пошел. Да не, не, оставляй, оставляй, оставляй. Но мы далеко опять комментимся. А, да, да. Отойдем, отойдем. Все, все. Отходим, Слардар. Там химик появился. Год бы, год бы.
Там бы, если бы Кунку успели забрать, корабль не кинул бы. Нормально было бы прям. Кошерно. Первый раз глиф был, я же бил же в застроении. Да-да-да, да, норм, норм. А потом был идеальный файт, в принципе. Я думал, мы их убьем, но там чуть не пошло. Атаки я знаю, я бараки бью же. У меня хекс через 2к. Если что. Хекс 2к. Полторашка. ДД снизу, ДД, смотри, кому надо. Еще 300 хекс. Ой-ой-ой, ты чё, дядь? Я его и выльну? Туску дал, туску дал. Кнопку. Хорош, хорош. Яйцо даю, есть. Даю трек. Химик меня нету ничего на химика. Не могу поднять. На... Там бы стан в него. Нету, химик дядь. Без манты, да? Нажал. Без манты, да, да. Нажал, вот настоящий, вот дядь настоящий. Вот дуэли настоящие, вот же дуэли. Хорошо. Я байбек носить. Меня тут иллюзия душит, ничего не могу сделать. Еще раз его. Трек дал. Байбек. Гиант байбекнулся у нас. Кини байбекнулся. Кини, да, 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 да. Я даю трек. Байбекнул. Даю трек. Тоже, да. химик Туску трек дам. Я отхожу. Кунка реснулся, нет, ребят. Чуть помочь будет. Есть. Я могу байт ревела сделать. Будем? Го-го-го-го-го-го-го, да, 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 яйцо есть. Титейник, не умри, пожалуйста, сейчас там вообще нельзя. Ну, я умер. Ну, хекс есть, ребят. Хекс есть, парни. Хорош. Вай, красава, рампагу на вставочку. Подписывайтесь на канал. Там еще байбек от Кунки, но это ничего страшного. Хорош, ребят, хорош. Лучший. На кресте. 13к СТ, нормально? Просто бараки. Че, капсы дадут за это, нет? Там, короче, такой прикол был, кто рампагу сделает первый, там голосование было, короче. Там у капсы, кто угадает. Я не знаю. Что, я первый сделал или было еще до этого, да? Не знаю. Вот я помню, что был такой этот. Бараки. Я бараки бью только, пацаны. Хорош. Помогите в топе, я бараки сам сломаю. Тини, помоги. Красавчики. Ману бы, бля. Ай-яй-яй. Ой, дуэль туда еще. Красавчики. Вы бараки. Последние бараки. Вон, скелетон байбек. А помочь? Бараки добить. Ну, один барак. Я барак бью, мне плевать. А, я добью. Красавчики. Есть прыгать на него, нет? Я далековато найду. Сейчас бы грифсики. Там сюда. Тауэр ты меня бьет кончено. Хекс, если что, имеется. А ты чё на легионе-то? А я табрак тебе не начну. О, химик идет. Дал кнопку. Дизейблил, но дядь, походу тебе не хватит этого. Так, я... мне даст ты дали. Он без шара же, без шара, да? Без да, шара. Да, он слил. Да все, отойдите вы вдвоем. Без баев. Нормально. Дядь, грифсы или что-то еще? Ничего нету. Грифс, КДшка. 4 давай, секунды. Давай, подерусь. КД, даю. Хорош, сейчас хекс будет. Там живешь? Да, да, я живу. Хорош. Хексану его. Давай его убьем. Хексану, сейчас сам лопну. Сейчас, подожди, после стана, да. Хорош. О, жесть. Если честно, я думал, там такой состав, типа, ну вообще развал.
будет. Да, плевать на составы вообще, какой состав это? Все бред. GG. Ну, на ютубчик. Да, как раз каточка на ютубчик. Красавчики, ребят. О, если меня хоть кто-то слушает, хоть в какой-то игре... Ибра, Ибра, родной ты мой, тебя все слушают. Сладкий, просто ты так иногда тильтуешь из-за мелочи, это невозможно. Да горит, понимаешь? Я типа заранее знаю, где химик будет, заранее знаю, вот на ХГ чего поднимать, я говорю, там три героя. Вот знаю, да, что там три точки, три героя будет. По-любому, типа, на карту смотришь, понимаешь, три героя. Ладно, когда короче, в мидте мы нападали, там даггер разбивался радиком просто, видишь? Я тебе, смотри, я на базе, сейчас, стой, пока резко обсудим этот момент. Мы на базе стоим, я тебе смока сбиваю, я тебе мигну в точку. Да, я же первее тебя даже побежал, я знаю, я же первее тебя даже был. Ты даггер или что-то потратил, почему я успел-то, нет, я не знаю. Нет, я не, мне радик сбивал даггер. Ладно, все, го вообще. Красавчики. Давайте, пацаны, спасибо за игру. GG, да. Да, вот это уже интересная игра была. Реально прям чувствуется. Если честно, я посмотрел состав, что там составы топеров просто, ну, разорвали вообще. СТшка хорошая на такой минуте. Ну, короче, катка прям на вставочку, ребят. Прям реально на вставочку. Ну, наверное, на этом эта сессия... Заканчиваем, ребятки, это у нас второй видос ролики из ТЛ. Поэтому, ребят, не забывайте подписаться, поставить лайк. Ну, на этом все. С вами был Ксеназис и до скорого.